Всем привет, с вами снова Скарлетт, и добро пожаловать в контент Criminal Origins. Хватит пищать, я чё как джихад какой-то собрался устраивать? Может у меня взрывчатка? Я же такой толстый. Может у меня взрывчатка на мне все это было время? Ладно. Кстати, я немного почитал... Ох, хрена здесь происходит, почему я так медленно двигаюсь? Я почитал на загрузочном... Почему я так медленно... А, мне туда нельзя идти, вот он чё. В общем, я почитал на загрузочном экране, оказывается, эти птицы умирают от какого-то ультразвука. Так, мы продолжаем идти. Ты можешь идти чуть побыстрее? А. What the fuck? Я могу это спрятать? Хрена себе. Ладно, приветчок. Привет, пока. Вовремя. А. Так, почему я туда смотрю? Мне сюда идти? Или куда мне идти? Чего тут выбежал, чувак? А, наверное, там секрет, а вот туда мне нужно идти. Сейчас проверим. Да, именно так. Я сейчас схожу сюда, посмотрю, что здесь, а потом уже пойду куда-нибудь в другое место. Так. Я слышу тебя. О, нифига себе! О! Нифига себе, вы видели, как он встал? Я даже такого не ожидал, у меня сейчас... Я же ногами, видимо, сломал... Сломал свой гарнитур. То бишь мебель. То бишь стол. What the fuck, вот... Я вижу тебя, леди! Леди, леди, вставайте. Вставайте, доброе утро. Доброе утро! Нифига себе! Чё ты так громко-то вскакиваешь? Еще один, привет! Я просто подойду к тебе и посмотрю на тебя. Нифига! Они плавать еще умеют! Умри! Блин, я думал, себя убью тоже. Нет уж, подожди, смотри-ка. Смотри, что у меня есть! Оп! Так, эмбиенс, 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 хватит, 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 успокойся, все хорошо! Все хорошо! Закончилось уже! Отвратительно. Эмбиенс, пожалуйста, я прошу тебя. Спасибо. Так. Где я в этот раз? Стоп, я вернулся назад. Нет, мне это не нравится. Я возвращаюсь этим путем. Черт возьми, эта игра с кривым управлением. Ну ладно. Несмотря на это, она все еще смешная. Так. Надеюсь, этих пловцов тут больше нету. Любители поплавать в дерьме, идите сюда. Ты что, с твоим дружком приперлась, да? Правильно, он тебя укокошил. Отлично, отличная пара. Вы, я вижу, так ладите между друг другом, да? Наверное, поженитесь скоро, да? Бьете друг друга. Ссоритесь. Отлично, отличная пара. Вы наверняка долго будете жить вместе счастливо. Так. Здесь моя работа закончена, и я ухожу отсюда. Хватит, мистер бесполезность. Иди сюда. Я с вами поболтаю, я вижу, видел тень. Иди сюда. Я видел тебя, иди сюда. Ты что, кунг-фу практикуешь? Смотри, нифига себе. Ты отрицаешь законы физики, падла? Умри! Никто не смеет отрицать законы физики. Падла. Так. Привет. Тебе там одиноко, чувак? Иди сюда, я тебя обниму и согрею. Давай, иди, не стесняйся. Мы тут все в одном месте. Ну куда ты убегаешь? Убежал. Добегался, да, чувак? Молодец. Нифига себе, посмотрите, какой он брейкдансер. Он укатился. Проскользил. Вот это настоящий скилл. Так. Нифига себе. На чем столько дверей? Ехит? Нет, пока что не ехит. Я хочу посмотреть все потайные места. Давай! Давай! Что у нас здесь? Так, сюда. What the fuck? Что это такое? Рука? Серьезно? А, это манекен. Блин, я даже прийти не могу. О, what the fuck? Так, я тебя не увидел, чувак, извиняюсь. Ау! Бич!
Так. Фак, хватит с этими долбанными манекенами. Блин, даже скинуть его не могу. Фиг ли здесь происходит? Окей, я заберу тебя с собой. Зачем? Почему птицы? Я не понимаю. Я не понимаю. Кстати, если вам в комментариях мне объясните, почему именно птицы, я с радостью выслушаю. И поблагодарю вас. Потому что... Я не понимаю, в чем фишка этих птиц? Зачем они... Какого черта они вообще сделали? Так. Щит. Вот, люблю же я возвращаться в те же места, где я уже был. Классные батареи, кстати. У нас такие раньше на даче стояли. Давно-давно. Из чугуна. Нереально горячие, если к ним прикоснуться. Если к ним прикасаешься, у тебя ожог первой или второй степени сразу почти. Так что лучше не касайтесь таких батарей. Так, я предполагаю, что нам в эту сторону, да? Давай! Люблю запах свежеповаленной двери. Что это за белые личинки? Ух. А, мы поднимаемся наверх, слава господу. Фу, как я запарился с этим подземельем, честно. Так, где же мы в этот раз? Я слышу запах разлагающийся. Ой, я слышу за... слышу мух. А это значит, что рядом где-то разлагающаяся особь местных обитателей под названием... Под названием птиц, еее! Интересно, что будет, если я все соберу на уровне? А, наверное, не соберу, потому что я одну или две пропустил уже точно. Не знаю, почему я в этом так уверен, но почему-то я в этом так уверен! Ё-моё. Ну подожди, чувак, он хочет схватиться, зачем ты его тянешь? Зачем? О, мне показалось, там кто-то сидит, и это оказывается... Бревантин. Та хел. О, отвратительно. Опять? Ну, давай, я вас фотою. Вставайте в позу, улыбочку. Ну, смотрите. Замечательная дружба трупа с манекеном. Фига себе ты синий. Окей, ты любишь фотки трупов, да? Я понял тебя, я понял. Я понял, зачем ты пошла работать в криминалисты. Я все понял. Я должен об этом высшим чинам. А, да, у него нет указательного пальца. И что мне... О чем мне это должно сказать? This guy's the matchmaker. Well, he certainly didn't kill himself and set it up this way. See what else you can find. Ну, не знаю, почему вы считаете, что убить себя это плохая затея. Для человека, который убил кучу людей, вполне логично убить самого себя тоже. Well? What is it? Too early to call. Small particles that show up as a potential organophosphate pesticide. I'll work more on that and see what we can. Что? We know you're in here. Give yourself up. What the fuck? Они знают, что я здесь. Так, что ты делаешь? Слезь с этого невинного господина. Он мента завалил! Он завалил мента! Это тот мент. Как там его звали-то? Я не помню уже, блин, я забыл. Твою мать! Смотрите, он ударил ему по яйцам. Замечательно. Ну, покойся с миром, чувак. От такого удара не мудрено скончаться. Так, ничего интересного здесь. Здесь тоже. Ладно, я иду за вами, сволочи. Хватит. Точно, точно, менты же тоже за мной охотятся.
Окей, тогда я не буду к ним подходить, я просто уйду к выходу. Менты везде. О, привет, ребят. Лучше уж с вами, чем с ментами. О, слабачок. Слабачок, идем на пикничок. Я слышу кого-то. Менты нас уже облагородили здесь. The fuck. Я слышу кого-то. У меня есть дробовик, я не боюсь его использовать. Правда, у меня только один патрон, ну ладно. Ты живой, ты мертвый? Не знаю. Менты. О, двухстолочка, отлично. The newspaper clippings you found in the room at the metro station? Each of the articles talks about a serial killer. A serial killer that was on your case list. Ты уже это говорила, по-моему. Nine names were mentioned. Of those, seven of the nine were crossed out in each of the clippings by a black felt tip marker. The only names that weren't crossed out were the matchmaker and the torturer. Of the names that were crossed out, all those cases have gone cold. And now you can cross off the matchmaker. Wait, are you implying that there's someone stalking serial killers? So what, he goes around killing killers, and then he marks off their name in his little personal diary? It sounds ridiculous, doesn't it? It does, but it adds up. It almost makes sense. Hold on. Ah, shit. No, sir, I have to call you back. Так. Так, я думаю, это мне пригодится. А, еще там эти чуваки. Ладно, обрез. Так. Какого черта? Умри. Так, 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 так. Быстро, 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 быстро. Так, мне стоило сразу убежать. Лом, лом. Я почему такой чувствую, что он мне пригодится. Блин, газ, долбанный газ. Так, я убегаю, я убегаю, я убегаю, я убегаю, я убегаю, 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 убегаю. Хочу убежать, убежать хочу. Да не пинать, блин, забыл, что тут нельзя прыгать. Так, почти, почти. Почти, Привет, чуваки, надеюсь, вы не будете мне мешать. Я просто хочу сбежать, как... Я такой же, как и вы, не надо. Зачем ты это делаешь? Правильно, бейте друг друга. Отлично, дай пять. Да ты сдохнешь или нет? Фу, отлично. Окей. Фу. Это было опасно. Это было опасно. Ладно, продолжаем. Так. Ненавижу вас, чуваки. Ну какого хрена вы ползаете? Я. Sorry. So, the fingerprint in the metro station and the footprint are not the matchmakers, but this other guy. So, is he the torturer? Учитель. It's not the torturer's MO. Think about it. The final murder in each of those cases on your list ended with a killing similar to the previous ones. This guy goes around and kills the killers in the same way. Ох, крысы. He's like an Uber killer. Отлично. So this serial killer X kills serial killers. He takes them down using their own methods. If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sick stuff. He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down. His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually deliver the final blow. No, what is this city coming to? All right, so I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him. Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently. Sorry. Look, I can't get you the bureau dossier on the torturer now, as you can imagine. But we can find out some public information. And I have something else you need to see. Okay. Well, it's too dangerous for me to come to the bureau. Can you meet me at the city library? Так, какого хрена там потухло? You know there's been a fire there. The whole thing shut down for repairs.
Exactly. There's damage, but there's got to be a terminal or two still working. And no one will know. Can you meet me there in 15 minutes? I'll be there. 15 минут, значит, да? Довольно мало времени, я вам скажу. Так, ну я быстренько осмотрю это. Вау, уже светло. Так, щит. Меня здесь нет. Я просто собрал две птицы, я сейчас уйду. Так, мне нужно оружие. Сойдет. Так. Начинается. Доброе утро. Не смей. Не смей. Ах ты падла, а? Открой дверь. Говно, а? Разблокировать достижение. What the fuck? Мы открыли достижение серебряного значка детектива. Какого хрена? Взять? О! Я тебя и не заметил. А! What the fuck? А! 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 Не надо! Как тебя зовут-то, ё-моё, Звёздных войн? Ё-моё! Барака, Дахака. Блин, я не помню, как его зовут. Который мычал-то все время. Да сдохни ты! Давай, помычи мне. Блин, он серьезно мне напоминает этого чувака из Звездных войн. Я не помню, как его зовут. Как тебя звали-то? Черт, я не помню, как его зовут, но он серьезно мне его напоминает. Смотрите, какой он бородатый. И он еще мой щит. Отлично. Отличная идея. Давай, вернись сюда. Вернись сюда! Гном! Умри! На. Неожиданная встреча, неожиданная встреча. Что? Ладно, я уйду пока что. Еще один, посмотрите, они размножаются. Умри. Бум. Газировка. Кстати, надо будет сходить за газировкой. Давно не пил. Да фак. Долбаный, чё вы здесь... Я передумал. Как скажешь. Иди сюда. Бум! Господи, я такой фейл. Такой фейл. Умри. Я чуть не попрощался со своей жизнью. Смотрите-ка, он выстрелил меня кучу раз и при этом не потратил ни единого патрона. Хвала тебе, чувак, хвала. What the fuck? Ты придумал мне звонить в дерьмовый момент. Какого хрена ты там делаешь? Хватит кидаться. Взял, кинул каким-то дерьмом. Вернись. Падла. А, он не открыл эту дверку. Я могу взять, пожалуйста, вот эту картонную коробку, спрятаться в ней и пройти по стелсу? Это было бы в стиле Metal Gear Solid. Ну ладно. Я сомневаюсь, что игра позволит мне это сделать. Что игра позволит мне это сделать. Мне сейчас почему-то открылось другое окно, ладно. Ой, блин, что-то я уже слишком много записывал. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. С вами был Скарлетт, и до следующих эпизодов.